В последние годы все военные части на территории республики были реконструированы и их функционал приведен в соответствии со всеми требованиями современности. Так, в Ташкентской области сдана в эксплуатацию воинская часть, построена фактически с нуля. Лола Ракаева продолжит. Построение на плацу, торжественная церемония по случаю сдачи нового объекта одной из воинских частей командования войск охраны категорированных объектов Министерства обороны. Со стороны государства нам доверена охрана стратегических и экономических объектов. Для этого каждый военнослужащий повышает свои боевые и практические навыки. Созданы почти с нуля части, есть все условия для этого, и вся материально-техническая база, и созданы новые полигоны. Коллектив уникального промышленного комплекса сегодня – это не менее 35 тысяч человек. Благодаря поддержке государства реализуется крупный мегапроект. Представьте, за 3 года выполнения по освоению месторождения Йошлика более 150 миллионов кубов скрышных работ. Раньше это невозможно было даже мечтать. Наша мощность увеличится до 100 миллионов тонн. Это можно сравнить с проводимым реформой вооруженных сил. Какие изменения произошли в армии, оснащение, создаваемые условия, инфраструктуру для армии. И здесь тема патриотизма и профессионализма пересекается с достойными условиями для несения военной службы и досуга военнослужащих. Некий гарантированный аванс, ведь в руках этих бойцов защита особо категорированных объектов государства. Хочу с уверенностью сказать, что поставленная перед нами задача, независимо от ее сложности, будет выполнена качественно, своевременно и на 100%. Практически без особой разницы в возрасте абсолютно все юные чемпионы. У меня 32 медали. Менде 4 медалим бар. Менде 21 медаль бар. Плюс еще один фактор, объединяющий юниоров города Алмалыка. Я чемпион республики по вольной борьбе. Я участвовал в соревнованиях по вольной борьбе и занял первое место. А также условия и возможности, предоставляемые государством юному поколению. И все они тренируются здесь. У нас созданы специальные кружки для молодежи. Более 200 человек занимается разными видами спорта. Борьба, бокс, плавание. Так что им есть на кого равняться.